Мрачный слоган красуется на скамейке недалеко от детской площадки в сквере на улице Островского. Здесь же можно наблюдать горы мусора, оставленного ни одной шумной компанией. Местные жители говорят, что каждый вечер на лавочках в этом сквере незнакомые им люди распивают спиртные напитки. Да постоянно. Я все время, вот как вот зимой тут, когда холодно, конечно, не сидят люди, поэтому мусора нет. А как только стало возможно сидеть, постоянно мусор. Не убирают. Вот молодежь вечером развлекается ночью, а утром вот дети, посмотрите сами, какое безобразное просто состояние площадки. Этот сквер был благоустроен 3 года назад, одновременно со строительством новой высотки. Некоторые новоселы требовали возведения на этом месте парковки, другие отстояли право сохранения зеленой зоны. Однако на данный момент она вызывает большие опасения у местных жителей. Детям здесь гулять очень неприятно. Вот эти вот ворохи грязи, мусора, бутылок каких-то пустых, это, конечно, напрягает. Это гигиена, безопасность. Вообще детям неприятно смотреть. Это провоцирует алкоголю каких-то здесь собираться, вот здесь на площадке. Это тоже не дело. Местные жители говорят о том, что эта спортивная игровая площадка прикреплена к парку. Здесь собираются горожане со всей окрестности. Ни один из близлежащих домов не несет ответственность за уборку этой территории. Но люди сами проявляют гражданскую позицию. Детки гуляют, и мусор кругом, да? Ну, вот так, да. И бабушка его убирает. Вот так, сами убираем. В то же время в сети уже появились фотографии своеобразной акции, которую проводят неравнодушные рязанцы. По городу они расклеивают наклейки с призывом о соблюдении общественного порядка. Чаще всего такие стикеры можно встретить как раз на детских площадках. Каждый горожанин может принять участие в уборке собственного двора. Или напомнить прохожим и соседям о том, что необходимо заботиться о старшем и младшем поколениях. Задуматься следует и тем, кто устраивает подобные беспорядки в скверах и на детских площадках. Распитие спиртных напитков и курение в общественных местах остаются запрещенными. Нарушение общественного порядка может привести к административному штрафу в размере от 500 до 1500 рублей. Сотрудники полиции регулярно проводят патрулирование и профилактические рейдовые мероприятия по улицам города Рязани. Полицейские следят за соблюдением общественного порядка и общественной безопасности. Нарушители привлекаются к административной ответственности. Вероятно, никто из тех, кто распивает спиртные напитки в скверах, не хочет оказаться в руках стражей порядка. Однако нарушения продолжают происходить. Поэтому остается призвать рязанцев к гражданской ответственности. И если кому-то все-таки пришлось посидеть на лавочке в парке, унесите мусор с собой.